Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и сегодня у нас Table Manners и 8 марта. Если ты девушка, которая меня смотрит, то прими мои поздравления заранее, а если ты парень, то смотри, как проходит идеальное свидание. Ставь лайк и погнали. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Так, смотри, у нас есть рука, которую мы можем сжимать. И мы можем... Что это? Блин, сейчас еще разберусь. Ага, это цвет кожи. На запястье. Ногти. Расчесочку нельзя взять? Цвет ногтей. На запястье ничего нельзя взять. Кольца. Колец тоже нет, татуировки тоже нет. Модзи. Смысл? Прикол, что-то можно делать. Ну, у нас пока вообще ничего нет. Что это такое? А мы можем покушать? Прям взял булочку. А как ты, можешь ее съесть, нет? Можно на пол сбросить, но почему бы и нет? Это как вариант. Что там с газеткой? Газетку тоже на пол сбрось. Бросай, все, она не нужна. Мы прочитали, она неинтересная. Свет включай. Выключена настольная лампа в комнате. Да, это вообще без проблем. Так, что? И радио есть. А радио тоже можно выключить? И не будет музыки? Так, подожди, как вверх? Ага, все. Так, вниз. Вниз. Оп. Нельзя? Во, сейчас смотри. Сейчас настрою. Сейчас смотри. Как мне? Вправо. Ниже. Вперед. Опа. А, не то сделал. Так. Оп. Видел, что с руками. Видел, что с руками было? Ладно, все, не будем терять время. Что у нас там? Пятый день. Уйди. Глянь, руки у него как резиновые сосисочки. Так, что у нас там? Спенсер, мне нравятся романтические свидания, но только если они проходят без сюрпризов. Часы. Это мне надо с часами идти? Слушай, так. У меня нет часов, ты мне не подходишь. Это кольцо? Реми, ищу кого-нибудь, с кем будет весело. Нет, ты мне не подходишь. Что это? Это можно вот так делать? Да или нет? Или булочка? Очень сложный вопрос. А почему я не могу пить? Я бы попил. Ладно, хрен с ним. Я не пойму, что значит вода. Ну давай ты будешь. Лора, люблю гулять по пляжу. Они, заметил, они похожи еще друг на друга все. Люблю гулять по пляжу. А еще уютно устроиться ночью. Ты что? Нет, это мне не нравится. Уйди. Куда ты собралась уютно устраиваться? Да блядь! Как мне вернуть? Назад. Вверх. Вот. Нет, отстань. Я не знаю, что такое вода. Вот это что? Татуировка? Мне нравятся собаки, путешествия и джин. Оригинально, правда? Да пофигу, давай. Я не найду никого по интересам. Чат? А зачем с ней переписываться? Болтовня. Я за тобой слежу. Вот это у тебя отлично, конечно. Ты маньячина, что ли? Шутка. Нельзя пошутить. Поддержать. Ха-ха-ха, да. Проблема не во мне, а в тебе. Кто-то на блундер вас заблокировал. Вы умерли. Да и пошла ты нахрен. Уже и пошутить нельзя. Так. О, мне нравятся собаки. То же самое. У меня нет колец.
И таких эмодзи у меня нет. Вот, что это? Тоже кольцо. Ай, ладно. Цару люблю гулять по пляжу, а еще... Давай. Что значит два? Что значит один? Попытки? Чат. Или они сразу... Ну, я просто приглашаю тебя. Прекрасно, скорее бы уже. О! Давай поболтаем сначала с тобой. Что тебе больше всего нравилось в школе? Конец уроков. Поддерживай. И мне тоже. Ты умеешь очаровывать. Пф, это вообще... Это вообще легко. Так, давайте шутку. Прихожу я как-то на фестиваль воздушных шаров, а они все сдуты. Надувательство. Я не понимаю. Извиниться. И зачем я такое говорю? Прости. Ладно, не, нет проблем, забудем. А если сразу соблазнишь, тебя тоже заблокируют? Ничто мне не приносит радость, кроме тебя. Продолжай. Давай продолжай. Да. Что да? Ух. Ладно, пойдем. Ух. Красивый ресторан. У нее, глянь, гусь. Или утка, или что это у нее. А можешь зажечь свечку со спичками не в ладах? Ты думаешь, я в ладах? Мне вообще запрещено брать их в руки. Цветочек не сгорит? Вверх, лево, вниз. Смотри, сейчас будет идеальное свидание. Ай-ай, горячо, 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 давай быстрей. Обжигается, обжигается. Хочете в волосики подпалю? А? Понюхай. Че, не нравится? Выброси, ладно. Ой, уронил бокал. Не обращай внимания, давай выпьем вина. Вино. Так, это кетчуп. Главное не попутать вино и кетчуп. Пониже, вперед. Вперед, пониже. Схватил, молодец. Так, первое нальем ей вина. А куда наливать? А может ты из горла хлебанешь? Не хочешь? Не хочешь? Ой, разлил, извини. Так, мне его нужно поставить сюда. Гарсон. О, спасибо, как быстро. Все разлил. Стакан упал. Разбился, это не я. Блять, на столе у нас кошмар полный. Руку выставляю. Опуск. Взял. Выравнивай. Аккуратно ставь, отпускай. Отлично. Быстрей. Главное, наверное, ей в первую очередь налить. А на себя можно забить хрен. Так, это будет идеально, смотри, попадаю вообще идеально. Ой, что наделал? Что, картошечку надо посолить, ты мне поможешь? У тебя потекло, Сара, у тебя потекло все. Подожди. Ой, бутылкой по лицу получила, извини, я не хотел, чтобы ты получила бутылкой по лицу. Посолить надо? Подожди. Посолить. Где соль? Вот это соль? Вот это? Это не соль. Вы меня обманули. А где соль? Официант, где соль? А, вон они у тебя соли. А что из них соль? Пеппер. Нет, это перец. Опускай. Возьми соль. Ниже. О, солюха, смотри, соль. Так, руку выше, вот так. Крути, верти, есть. Посолил. Что, тебе теперь кормить надо? А, посолить, тебе еду надо. Вот так, на тебе. А где твое мясо? Мясо где твое, алло? Что я тебе должен посолить? У тебя тарелка пустая, ты чё меня дуришь? А, себе я должен посолить мясо? А, вот твое мясо! Я солю! Я солю твое мясо! Бляй, вот твое мясо, ешь! Вот мясо, забери! На тарелку положил мясо! Это не соль! Где соль? Ой-ой-ой! Я беру соль. Все, идеально. Все хорошо. Глянь, как много соли, скушай. Глянь, надо тарелку брать. Ай, все, идите, и все, иди отсюда, все. Все тут лишнее, все лишнее здесь. А где соль? Соль появилась, но я не успел.
Я не успел, прости. Прости, пожалуйста. Я не успел. Что ты? Что ты? Сейчас я тебе глаза выколю. Смотри, как могу. Опа! Прям в нос попал. А, тарелку по кетчупе, да? Так проблема вся в том, что у нее нету на тарелке ничего. Вот давай я подниму. Вот так вот и на тарелку аккуратно положу. Все. Тихо, тихо, не прыгай. Я почти взял кетчуп. Я не взял кетчуп. Ждем появления кетчупа. Официант. Блин. О, я взял, отлично взял кетчуп. Да не несуй ты его в лицо. Подними. Выше. Выше и левее. Забирай, все. До свидания. А у них тут есть брауни? О, его тут до хрена. Тут брауни, это... А можно я на вилку? Не хочу я брать руками. А, ее покормить прям надо. Я просто не хочу брать руками, потом руки из-за этого брауни липкие. Фу, не нравится мне это. Я брезгую. А еще в рот ей сувать. Нет. Так. Вот. Накали. Накали, пожалуйста. Это нельзя накалить? Я должен с рук кормить. А я не хочу. Ладно, хрен с тобой. Давайте я с рук покормим. Ешь. Ешь. Молодец. Что, все? Достигнут успех на первом свидании. Это было легко. Вот, понял? Все очень просто. А чего не хватило? Что это? О, мне дали новый жест и кольцо. А, домой. Сейчас мы понаделаем делов. Жест и кольцо. Подожди, а мы должны с ней на свидание идти? Или уже с другой? А, кольца. О, ну-ка, покажи. И, о, кольцо. Эмодзи, о. И как мы его должны активировать? А, то есть мы можем много всяких бабёх выбирать. Так. Ух, о, спасибо за отличное свидание. А, давай поболтаем. Эй. Что эй? Кто-то разговаривает. Пошути, что-то мне нехорошо. Острая нехватка тебя в организме. Ну, может быть. Подтвердить. Конечно. Давай о другом поговорим. Давай просто на свидание пойдем. Это будет проще. Я прав? Опа. Опа, это что такое? А, я тебе еще должен заказы делать? Ты тут не дури. Привет, привет. Что это такое? Привет, привет. А, надо уже что-то заказать. А как эмодзи использовать? Использовать эмодзи. Это щелчок был? Хочешь прикол? Смотри. Слышишь? Щелк, щелк. Не слышишь? А, так. Да не бойся ты, не бойся. Не ударю я тебя. Так. На, я заказал. Гарсон, вези сюда все. А ты нальешь нам пиво? А я думал, ты из горла пьешь. Нет? Я думал, что ты пьешь из горла. Так, теперь вот так. Ага, выше. Я налил себе, нет? Или я вообще не наливаю? Блядь, все мимо лилось, прикинь, все это время все лилось мимо. А что так долго? Ага, одно налил. Бросай. Я сейчас тебе найду стакан. Взял. Держи, тебе стакан. Поставил. Супер. Вот так. Тут самое главное, понимаешь, еще стараться не... Ой, все раски... Глянь, как умею, я фокусник. Смотри, что делаю. Так. А, мой стакан вылился. Я не успел тебе пиво налить. Попей вот так. На, вот так. Можешь понюхать его. Вот я тебе прям тут его поставлю. А, заказать? Ну, заказать-то я смогу.
Заказать это проще всего. Пицца. Вот это. Все, везите. Она будет довольна. Ей многого не надо. А разложить пиццу на тарелке? Надо же было свое пиво разлить. Есть, одно бросил. Второе. Я тебе 3 куска пиццы даю. Нет, хотя подожди. Тебе не надо так много. Я же тоже должен есть, правильно? Правильно, если я помру, то кто тебя будет кормить потом? Это поставь. А, видишь? Кольцо у меня есть. Ля какое. Смотришь? Недавно получил. На прошлом свидании, прикинь. Так. Опускаемся. Хватаемся. Опускаемся. Пицца. Али, все 3 куска тебе. Нифига ты, что ты делаешь? Почему ты так много ешь? Алло, а я? А я что должен есть? Забирай. Я успел? Успел. Успел, посолить надо. А, поперчить тебе надо. Это соль. Пепер. Вот он, пепер. Сейчас я тебе попеперю. О, сейчас ты будешь огнем дышать просто. Просто будешь дышать огнем. Держи. Вот тут прям поперчу, чтоб ты потом ничего не чувствовал. Картошку надо посолить. Ты мне поможешь? Помогу, конечно. Помогу, конечно. Так. Положите ей на тарелку ведерочко. Ведерочко на тарелочку. Это без проблем. Опускаем. Ведерочко. Не схватили. Так. Все из ведерочка вывалилось. Но может этого нам и хватит? Пустое ведерочко. Не хватит. Собака. Собака схватил. Но. А что ты ворочаешься? Что это? Можешь зажечь свечку? Я со спичками не в ладах. Подожди, мне тебе нужно сначала... А, соль. Вижу, это соль. Нет. Соль. Выше. Посолил. Я же солю тебе вот эту штуку. Там... Ты чё меня по рукам лупишь, алё? Я тебе сейчас как отлуплю. Как тебя там? Гарсон! Отлупи ее. Что это за дела? Пришел на свидание, она мне тут это, по рукам бьет. Я ей тут свечи зажигаю, романтик устраиваю, она себя так ведет. Не дотянулась, да, меня по руке ударить? Ус, собака. Вот так водить, а на свидание. Ладно, я шучу, не волнуйся. Брауни? Так его заказать сначала надо. Мать, погоди, вот так быстро не готовят. Или готовят. О, все, на пол упало. Опять. Давай, появляйся. Я жду, появляйся. Появляйся. Официант? Ну не появляется, надо заказывать каждый раз. Да слушай, у меня так денег не хватит на тебя. Привезли? Привезли. Ай, блядь, не успел схватить. С пола есть будешь? Нет? Опять упало все. Да что ты будешь делать? Давай вот так. Денег у нас до хрена. О, тут теперь не страшно. Глянь, все брауни для тебя. На, жуй. Жуй. А ее нельзя... Что такое? А, все идеально? Все. Просто это все так... Общий счет. В смысле? Это что такое? Я не понимаю, ладно. Давай посмотрим, что у нас тут есть. А в чем прикол с другими на свидания ходить? Вид ногтей. У меня теперь красивые ногти накрашены? Или обычные, стандартные? До этого у меня было обычно что, да, на руках? Давай посмотрим. Я сделал себе маникюр? Или что? Я нифига разглядеть не могу. Ладно, хрен с ним. Пойдем на идеальное... А, все правильно я нажал? Это третье свидание? Ага. Что? Огнетушитель? Давай выпьем вина. Ты, я смотрю, смелая. Приходить на такие места, где огнетушители стоят. Вино, это вот это. Закажи.
Давай выпьем вина. Опа, схватил. Так, главное высоко держать руку и не опускать. Вот так, идеально. Наполняю себе для начала, себе любимому, а потом своей любимой. Все правильно мы делаем. Тихо, тихо, тихо. Глянь, что делается, глянь, что делается. Блядь, да как так? Ну, блин, прости, уронил. Свечка погасла. Вино разлилось твое. Вот что произошло. Свечка... О, смотри, что есть. Ебать, сейчас зажгу тебе. О, смотри, как умею, да? А, так сложно выбирать. Тебе положить помидор и лук. Помидор и лук. На тарелку. Главное, заметь, мы не... А, у меня пицца есть. А, ну окей. Помидор. Держи. Эй, сейчас по лицу пройду. Вот так, ага. А это лук? Это какой-то сельдерей. Блядь, сразу две тебе взял. Чтобы... чтобы наедалось. Блин, да я... мне в шеф-повара надо идти, слушай, с такими этими... что это? Пеппер, пеппер. Пеппер справа стоит. Чуть-чуть подвинься. Вот так. Отпусти. А как отпустить-то? Ага, вот так. Нормально, почему нет? Сейчас я тебе поперчу. Поперчу, поперчу, поперчу. Мы что, крестимся? Что происходит? Давай. Ага. Я тебе даже его оставлю вот здесь. Это будет великолепное блюдо. Еще и полить соусом. Да сейчас вообще без проблем. Сейчас польем тебе соусом. Ляй, шиворот на выворот поливаю. Сейчас разболтаю, и она выстрелит в тебя. Да, а я извиняюсь. Я не специально. Я не специально, Сара, прости. Все? Можно мне кусочек моей пиццы? Не тут-то было. Сейчас я тебе... Не тут-то было. Смотри, как нужно соблазнять. Учись, смотри. Вот так берешь. Вот так вот начинаешь со лба. Вот так вот ведешь. И вот все время говоришь, не тут-то было. Не тут-то было. Уроки пикапа от Ганте, понял? А к чему оно, я даже не знаю. Жри. О, молодец. Смотри, я и могу... Сейчас. Я могу тебе подбородок почесать? У тебя борода чешется, нет? И что это? Подожди. А, в меню заказать? Сейчас закажем. А, это прям отдельная какой-то... Отдельная какая-то вещь. А, можешь тебе крем-брюле подрумянить? Сейчас. Я могу спичкой попробовать. Как думаешь, получится спичкой Так. Ага. А ты можешь сгореть? Нет, все нормально? Не сгоришь? Ой, я тебе коррекцию зрения могу сделать, смотри. Ладно, ладно, все, все. Перестал дурачиться, хорошо. Ну глянь, подрумянил, нет? Оно же красное. Что происходит? Давай отметим это шампанским. А куда я? Переместился резко. Шампанским отметим. А, мне его заказать надо. Шампань. Вот она, шампань. Шампань. Две, три шампани. Привезите, пожалуйста, шампань. У нас свидание. Ага, минус одна шампань, минус две шампани. О-о-о-о. Кто будет открывать? Ты или я? Ты или я? Ух, нифига, нифига. Подожди, подожди. А, тебе даже наливать? Ты хотела посмотреть, как я оболью тут все? А почему нет? Три, прикинь, это прям идеально все получилось. Что это? Цвет кожи. Можем сейчас сменить цвет кожи. Давай, домой. Почему бы и не сменить нам цвет кожи? А, как думаешь? Цвет кожи вот так вот. Что у нас там появилось? Что это? Напульсник! Ты помнишь, такое было?
Нет, я не хочу менять цвет кожи. Цвет кожи менять — это выглядит очень странно. Давай вернем наш обычный. А на пульс нигде. Его-то оставь. Так, она там что-то написала нам, оказывается. Сара, люблю гулять по пляжу. Что, позвонить? А, давай его соблазним. Принюхивается. Ты как, ты что-то носом, с тобой? С тобой тепло и уютно. Меня тошнит, отстань. А что тебя тошнит? Ладно, расскажи мне еще. Ой, ты какая-то странная. Давай лучше с тобой тупо на свидание будем ходить. Потом у нас суши будут. Давай с тобой последнее свидание. Ты, кстати, все записываешь, что тут показано. Я тебя плохому не научу. Ляня, красиво вообще принарядился. Что? Надо бы зажечь свечи. Но спичек нет. А, это вообще ерунда. Смотри. А зачем тебе три свечи? Не жирно будет? А вдруг ты сгоришь? Эть, вот так. Вот так. Есть. Давай последнюю. Давай последнюю. Последнюю. Свечка, тихо, стой. Что ей нужно? Выглядит очень аппетитно. А, бургер, бургер тебе заказать надо, да? Сейчас мы закажем бургер. А, что нам еще нужно? Вот это, а томаты, видимо, есть, да? А томатов нет. А, слушай, подруга, никак томаты тебе не дам. А, бургер. Пиздец. А как я по отдельности должен есть, что ли? Принесите мне бургер и вот эту. А как я тебе должен бургер-то весь подать? Я что-то не понял. Я взял! Я взял! Я взял! Несу бургер! Максимально как могу! Несу! Зафиксируйте, пожалуйста, спасибо! Ну, слушай, ну как это так привезли? Это не я! Это не я! Так, кто-то там привез. Одна. Специально для тебя. Ты же одну хотела, да? Ну, ешь! Пиздец, как я тебе должен достать? Уйдите. Пожалуйста. На. Скушай. Так, а где помидор искать? Где помидор искать? Помидоров нет. А что за подстава? Что-то похоже на помидор нужно тебе? Может, дать тебе мою... Ой, у тебя там течет под рукой. У тебя течет под рукой. Ладно. Слушай, ну я не могу ничего сделать. Давай вина ей нальем. Нет, нет, не падай бокал, не падай бокал. Ага, зафиксируешь? Лянь, как это... Кто тебе так еще сделает? Посмотри. Это изящно. Это просто изящно. А, так, нужно заказать. Нужно заказать пиво, пиво. Как ты много пьешь, тебе не кажется? И пиво, и вино. Так, поднимаем руку. Вот так. Делаем вот так. Взяли, супер. А ты в телефон залипаешь? Тебе что-то не нравится? Алло. Алло. Это плохое свидание будет? Тебя от меня тошнило, наверное, да? Ну все, мы проиграли. Мы проиграли. Он не хватает тебе стакан. Подними стакан. Он у тебя застрял в столе. Стакан застрял. Ай, ладно, хрен с этим стаканом. Где? Я тебе, давай, вот так сделаю. На. Он, убери телефон. Убери телефон, сказал. Сейчас схвачу, отдай телефон. До свидания, не сидят с телефоном. Ты что себе позволяешь? Отдай телефон. Ладно, хрен с тобой. Мне нужен пеппер. Пеппер. Вот он, пеппер. Вот так. Вверх, вниз. Пеппер. Взял. Сейчас я тут наперчу. На телефон тебе наперчу, чтоб не смотрела туда. Ус, скотина. А где у тебя мясо? Блять, я мясо не заказал, что ли, тебе? А что это за соусы? Алло. А, не успел, не успел.
два этих. А мясо? Тут нет мяса. Все потеряно, все потеряно. Везите сюда, пожалуйста. Что это такое? Что это такое? Куда мне это налить надо? А где твое мясо? А, мое мясо посолить надо. Поперчить. Мое? Серьезно? Серьезно, мое посолить? Надо было поперчить. Так, блюдо, блюдо, давай. А то она сейчас от нас вообще уйдет. Ой, все попадло. Ой, не смотри под стол, подруга, не смотри под стол. Там страшно. Там очень страшно. Сейчас я тебе сварганю. Сварганю вкусную, вкусную блюду. Я сделаю вкусную блюду, только... Что не так? А, не тут надо было. У нас тут что-то есть, какой-то гриль. Что это за рисунок? А все проваливается текстуры. Я не пойму, что это за задание. Я не читаю, что ты мне говоришь. Я не пойму тебя. Тебе на тарелку поставить надо. Ну смотри, я приготовил. Теперь? Да хватит проваливаться в текстуру, алло. Заказывай, быстрее давай. Да я схватил. На. Я же принес тебе. Кушай. Кушай. Нет, на такой ноте мы закончить не можем. Это нехорошо. Сейчас мы сделаем все как надо. Но это как-то сложновато, тебе не кажется? Так, надо бы зажечь свечи. Спичек нет. Все, читаем, что все, что она говорит. Потому что начиналось все идеально. Идеально. Ты, главное, записывай. Не забывай записывай. Это важно. Это очень и очень важно. Так, выглядит очень аппетитно. Заказываю тебе бургер. Смотри, и вот это сразу заказываю. Томата нет. Томата нет. И как, что я должен сделать? Томата ведь нет. Так, берем вот так. Оп, схватил, поднял. На, булку. Тебе хватит одной булки? Не хватает, да? Не хватает, ладно. Вот так. О, схватил. Бургер весь тебе. Все для тебя. Держи. Держи, моя дорогая. Все. Все для тебя. У меня вечно все из рук валится. Не поверишь, у меня тоже. Мы с тобой очень похожи на самом деле. Так. Опа. Опа. А, я должен их вывалить. Только так получается. Вот так. А, одну аккуратненько, смотри. Оттопырил мизинчик. Открывай ротик, открывай, скажи. Оп. Ну я не знаю, где тебе взять помидорчик. Бля, серьезно, бургер дербанить надо ради этого? Я тебе отвечаю, бургер дербанить надо. Надо дербанить бургер. Я тебе в натуре отвечаю. Так. Возьми помидорку. Помидорку одну возьми. Помидорка. Помидорка, тихо. Тихо, помидорку, на. Помидорка сработала. Сработала помидорка. Так, я теперь беру вот это. Взял. Ага. И наливаю тебе аккуратненько. Аккуратненько винишко. Держи. Держи, держи бокал, я тебе налью отличное вино. Теперь пивас. Так, пока пивас к нам едет, я тебе поставлю для начала стакан. Потому что, как же ты будешь пить, когда стакан стоит абы как, правильно? Я теперь беру аккуратно пиво. Она вообще нам что-то говорит, я что-то просмотрел. Ой, пиво, пиво выливается, тихо. Вот так. Вообще там что мы наливаем, нет? Супер, супер. До свидания, пиво.
Так, тебе нужно теперь вот эта штука. Ой, тихо, винишко, осторожно. И мы его делаем вот так. Иди. Да что ты в лицо ворочаешь? Хочется выпить. То, как насчет виски? Да ты даже это еще не выпила. Так, заказываем. Заказываем вот это. А я пока возьму себе пеппер. Ага, взял. Ждем пеппер. Он у меня на руке появился. Беру пеппер. Я пеппер не взял. Пеппер взял. Солю. Так, куда вискарь наливают? Куда вискарь наливают? Стакан? Стакан. Тихо. Стакан. Беру. Вот так. Повыше. Пониже. Опа. Блин, а как? Подожди. У тебя же один стакан. У тебя один стакан. Ей не понравилось. А что насчет этого? Ты мне объясни, пожалуйста, я не понимаю. Где подсказки? Я типа должен его тебе поставить. Тихо. Я должен тебе его под... Если оно еще не будет провалиться сквозь текстуру, будет вообще идеально. Так. Взял. Так, значит, так сильно не берем. По крайней мере, если мы вот этот момент... Схватил. Так, смотри, я тебе его кладу на тарелочку. Кладу аккуратненько. Теперь я иду за нашей... За моей штукой вот этой. Быстрее, схватай. И сейчас я тебе вот тут ее сделаю, да? Да, все правильно. Супер. Все, идеальное свидание. Зашибись. Пройдены все уровни. В The Meetup. Вот. Так. Ага, домой. Все. Ну, ей что-то не очень понравилось, заметил? Это даже немножко обидно. Что это? Цветок. Ага, теперь у нас есть суши. Суши. Смотри, значит, делаем так. Что мы сейчас найдем кого-нибудь еще. Последнее свидание. Сара. Потом сходи мне... Да, я, конечно, свожу. Сейчас выбираем просто кого-нибудь, кто не был похож на Сару, чтобы это было поинтереснее. Чего? О, вот это не было. У меня такого знака нет, но сойдет. Пошли, до свидания. Прекрасно, скорее бы уже. С ней идем в суши, и на этом мы серию и закончим. Сейчас посмотрим, что из себя представляет. Вот это... Что? Нет! Нет, это... Нет, ты понимаешь, это нехорошо. Можем зажечь свечку? Я со спичками не в ладах. Я успею? Не успел. Я вот это успею зажечь. Не успел. А мне их только так зажигать? О, все свечки повалены. Так, ясно. Ясно. Свечки, ждем свечки. Схватил? Нет, не схватил. Схвати свечку. Ага, молодец. Поставь, аккуратно, супер. Не падай, пожалуйста. Это первое свидание. Ага. Я забыл, как тебя зовут, подруга. Я забыл, как тебя зовут. Спички. Ага. Так, тихо. Аккуратно. Ювелирная работа. Хочешь понюхать? Очень приятно пахнет. Ты же должна была попробовать хотя бы в жизни. Можешь мне чего-нибудь налить? А вообще без проблем. Вон как раз уже вовсю течет. Специально для тебя. Я не схватил. Схватил, прикинь, схватил. Где твой стакан? Куда мне наливать? А куда? А вот стакан, вижу стакан. Сейчас все сделаем. Сейчас оформим по красоте. Взял. Так. Музычка тут классная. Музычка огонь.
Ага, есть. Схватил. Налил. Какой я джентльмен, да? Да, смотри, да. Да, супер. Никак не могу решить. Суши или суши? Вот это выбор, конечно. Опа. Нет, опа. Почему только одну взял? Сразу бы... А, зафиксировали, спасибо. Что там, где? О, схватил, держи. Кушай на здоровье. Кушай на здоровье, алло. А, вторую тебе нужно прям так положить аккуратно. Вот, ну смотри. Я прям шеф-повар. И покормить тебя нужно роллиной. Роллиной, покормлю тебя сейчас. Ролли. О, держи. Держи. Ммм, гурман. Вот так. Идеально свидание, нет? Так, а где же официант? А что это? А, я тут могу что-то заказать? Что, тебе хлебушек надо? А можно осьминожку мне еще, пожалуйста? А куда вы приедете? Осьминожка, осьминожка! Схватил. Бля, у меня осьминожка улетела! Это что за... Это что за летающий кальмар? Я, конечно, думал, что... Они необычные существа. Но чтобы настолько... Смотри, нравится? Он тебя щупальцами трогает. Можно я тебя на голову посажу? Это будет очень весело. Смотри, я очень люблю шутить. Это будет очень весело. Сейчас. Останься там. Блин, он с тебя упал. Ну ладно, чего ты? Ой, хлебушек просрочился. Блять, хлебушек. А где хлеб? Вот это? Это не хлебушек, это... О, она хотела... Ну ты же... Я же не зря тебе его заказал. Видишь, как это работает? Я перед ней, перед лицом поводил, он такой типа... А, ничего себе. Ну да, давай, ладно, заказывай, раз он с меня убежал. А, тебе его просто... Что происходит? Нет, осьминожка. Разбил стакан. Осьминожка, вернись. Это кальмарчик. Кальмарчик не вернулся. Он не поедет обратно? Мне снова заказывать? Давай быстрей. Так, не будем испытывать судьбу. Где перец? Да, это... А, это не перец, это какой-то... Ой, он поехал. Алло. Нет. Кальмар, вернись. Собака, а? Это не кальмар, это собака. А что это за средство? А, вон у тебя она выливается все время, эта штука. Так, смотри, вот, положил. На, аппетитно. Сейчас я тебе полью соусом соевым. Это же соевый соус? Да, по виду похож на соевый соус. О, будет очень вкусно. И я типа, я ж тебе его давал, ты чё? Ну? Супер. Идеальное свидание, да? Ты знаешь, у кого брать уроки свиданий. Колечко нам дали. Вот так. Идеальные вообще свидания получаются. На этом мы и закончим этот праздничный выпуск. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.